И ребята, смотри, теперь моя задача доиграться тем, что у меня тут есть. А поиграться не просто так, вы можете покурить, чайку попить, а погонять палочки, которых я не брал уже в руки около 10 лет. И заниматься этим, друзья, аж целых 15 минут не обращая на вас никакого внимания. Сосредоточившись на самом занятии палками. Как будто последний раз я их вчераски брал. Задача не отработать боевой режим, а задача просто размять суставы. А палки, они, если не хочешь, чтобы получить ими морду, я палками занимаюсь с детства, с 6 класса, поэтому, ребята, я уже получил. Нифига себе, рада, сила прям рядом. Сейчас, ребята, я испытываю кайф. Я ни капли не жалею, что я взял с собой палочки. Этот навык вот забытый. Задачи не было орать, а левая рука выкачена, попал по локтю, по нерву, и это мандец полный. Поэтому, ребята, наслаждаемся классным моментом дальше. Парализованной рукой. Ребята, это тренировочный режим, это не боевой режим. В боевом режиме там скупить некогда. Но лучше, чтобы никогда. Самая лучшая битва — это та, в которой ты не участвовал. Они должны вылетать ровно. Вот на этом и сконцентрируйся. И не только ровно, но и быстро. Быстро возвращаться. О, ребятки, у меня левое плечо село. Ну, об этом знаю только я. Палки-то об этом не знают, что левое плечо села. То есть, как только я делаю вот такое движение сюда, вызывается резкая боль в левом плече. А время, ребята, 4 минуты 20 секунд. Погуляем.
теперь три восьмерки, три удара. Теперь три восьмерки, три удара от колена. Фух. Дыхание восстанавливаем. И палки. Горлышко укладываем. Вперед-назад, вперед-назад. Смотрим перед собой на лицо воображаемого противника. Справа, спереди, слева. Сзади, сзади. Фух. 6 минут, друзья. Фух. Левой рукой быстро восьмерку. Фух. 15 пополам будет 7,5, да? То есть мы один цикл зафигачили. Остался второй. О, это мне уже нравится траектория. А теперь двумя. Даем привыкнуть телу. Два удара. Коленный удар. Рада! Тихо. Итак, ребята, половина цикла есть. А теперь оставшиеся 7,5 минут с закрытыми глазами. При этом, ребята, мы мониторим собаку. Можем слегка приоткрывать, а больше слушаем. И как в массаже, когда я выполняю что-либо с закрытыми глазами, у меня движения делаются более уверенные и правильные. Вот это вот играл Актем, его не было, когда глазки были. Не так она идет. Вот так. А теперь легкая набивочка и группировка спинки. А теперь, друзья, отработаем для возможных лоу-киков. Нога чувствительная, нога не хочет. Нога не хочет, а Микулин заставляет отрабатывать.
Задача была крутить палки 15 минут, а не набивать палками себя. Должно открыться второе дыхание. Второе дыхание это где? Второе дыхание я... Ни херашки нету второго дыхания. Вот тебе реальный бой. Свалился, поднял. Ой, блядь! Ребята, извините, что матом. По коленке больно. И говорит о том, что нихера отвлекаться. Надо быть сконцентрированным. А теперь для элемента страха подводим близко к лицу. Обратную сторону. И этой палкой. Этой палкой больше вероятности получить по затылку. Ну, зато я вспомнил один интересный такой момент. Офигительно отрабатывается координация, управление двумя палками, перевязанными цепочкой. Добавляем координацию дыхания. 3 минуты. Локоть отошел, коленка ноешь левая. Я же обещал все рассказывать, что производится с телом. Смогу ли я идти? А, не знаю. Вот это плохо получается. Нету навыка. Навык был 10 лет назад. Сейчас навыка нету. Но он уже появляется. Можно ли палкой расколоть коленную чашечку? Как 2 пальца. Да. Осталось минут. Направление. Полминуты. Радостно от того, что ты задачу выполнил. Вот этого я никогда не делал. Вообще даже есть такой
или нет. Понятия не имею. Кто-то будет, если его нету. Фух. Ребята, отношение к палкам. Всегда уважительно. Иначе палки могут тебя так отхерачить. При этом, ребята, совершенно забыли про коленку. Сказал Микугин, хромая.